Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть в American Truck Simulator. Что ж, раннее утро, или уже даже, может быть, и не раннее. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Ну, почти 6 утра. Почти 6 утра. Нахожусь в городе Галвентон и еду в Ларедо. Еду по штату Техас. Везу лодку. Вот такой вот груз. Лодка. Ну что ж, поехали. Хозяин просил аккуратно вести дорогостоящий груз. Такой груз я еще не возил. Поэтому сегодня лодка. А стоимость заказа 24 тысячи. Здесь, кстати, какой-то у нас ролик, да? Давайте заедем, посмотрим. Раз уж мы тут мимо едем, и значит, правда, сейчас раннее утро, темновато, но хотя бы так. Вот такие виды в таком полумраке каком-то на рассвете. Вон там впереди вижу церковь какая-то, да, или собор какой-то. Офисное здание большое. Такие местные тут достопримечательности посмотреть. А, вон тут еще, смотри. Памятник какой-то. Такой нехилый, большой. Сидней Шерман. И там, кстати, изображен типа казака какого-то даже с шашкой. Это кто здесь у нас тут живет, интересно, в таком особняке, блин. Короче, все в пальмах. Кругом пальмы. Так, ну поехали. Хватит. Поехали. Ехать нам получается где-то 400 миль. Ну да, 400 миль. Ориентировочно, думаю, где-то часа в 2 приеду. Поехали, нам сейчас держите налево уходить. Левее, затем поверните налево. Поверните налево.
Все. Слышь, хорош, да куда ты лезешь? Ты смотри. Блин, он сейчас подрежет меня. Так, через какой-то мост проезжаем большой. Довольно-таки, да, смотри-ка. Слушай, смотри, тут шикарно сделан тогда. Огромный мост. О, а там шериф кого-то остановил для проверочки. Зато приеду днем, не надо будет там ночевать где-то, тоже довольно-таки удобно. Так, а сколько у меня на счету сейчас? 158, ну 160, округляю, 160. Будет 180 с небольшим. Плюс еще, наверное, работяги мои подзаработают чуть-чуть. 10-15, наверное, к тому моменту еще. Короче, будет около 200 тысяч. И надо будет подумать, либо модернизировать тягач, улучшить, может быть, даже новый взять. Хотя надо будет посмотреть по гаражам, есть у меня еще место там или нет. А то, может, все-таки придется гараж покупать. Держитесь левее. Так, по какой-то тут развязки длинной такой еду. Да, проезжаем такую развязочку интересную. Справа многоэтажная парковка. Машины там, ну и слева вон стоят. Одни парковки, короче, вот эти вот слева сейчас идут. Это все парковки. Такие многоэтажные. Я не знаю, сколько там машин помещается, но 1000, наверное. 1000 машин помещается. Потому что там реально этажей 5-6, может больше даже. Блин, только что чуть в аварию не попал. Вот этот грузовик справа стал ехать в левую сторону. Ну, на ту полосу, на которой я ехал. Мне пришлось в левую полосу сразу уходить. То есть он даже не притормозил. Шины валяются. Рваные какие-то, да. Я прицепом наехал на очередную шину. Так, а нам заезжать нужно. А у нас он
справа, да, будет. Нужно поворачивать аккуратненько. На взвешивание едем. Хотят нашу яхту взвесить. Поиск нового маршрута. Следующий заказ уже буду брать в другом штате. А сегодня едем по штату Техас. Так, 51 400. Поехали. Полная масса, 51 400. Задел этот. Так, надо проверить. Надо проверить груз. Ну, груз не пострадал, самое главное. Будем считать там бампером. Бампер чуть-чуть поцарапал. Да и все. Держитесь левее. О, прикольный проехал. Окрас такой, спортивный. Что-то типа мустанга какого-то. Так, поворот бы никакой не проспать. Здесь мы едем прямо. Остается проехать 250 километров. Я еду, и дорога-то, в принципе, пустая. А вот только сейчас откуда тут выезжают. Тут справа закуток, там, где можно отдохнуть. Может быть, там и заправка была сейчас ни к чему. А так, в принципе, дорога пустая. Вот впереди вижу трафик. Такой попутный идет. Сейчас я его догоню. Да, там впереди уже трафик какой-то начинается. А ехал вообще так свободно. На этой неделе, ну точнее на предыдущей неделе, видео выходит в понедельник. На предыдущей неделе было очень много работы у меня, поэтому снимать видео просто некогда было. Я уже говорил, если у меня много работы, то в приоритете будет отдых всегда, а не запись видео. Сразу перестроюсь, потому что сейчас, а тут три полосы начинается.
кабриолетик идет красненький. Прикольный. Так, съезд направо, а потом налево, да? Развязочка такая интересная, какая восьмерка. Держитесь левее. Вот такая вот лодочка. Кто-то будет кататься на ней, рассекать по волнам. А может, рыбу ловить. Короче, все будут делать, отдыхать и, может быть, и рыбу ловить. Шикарная такая лодка. Слушай, тут где-то под мостом, вот где я сейчас поеду, под мостом указано, можно остановиться и поспать. Там уже под мостом по-любому дорога идет. Где-то там заезд какой-то есть. Стоянка есть, где можно отдохнуть. Первый раз такой вижу, чтобы под мостом там где-то был такой закуток, где можно отдыхать. Вы серьезно? Опять просят заехать нас. Пропустите меня. Блин, сейчас подрежу. Вычисление нового маршрута. Одна тысяча 164. Да, легче стали на 200 с лишним футов. Все потому, что мы сожгли часть топлива. Вот эти что? Вот эти что стоят? Остальные-то они еще не прошли весовую, или тут можно как бы ночевать? Слушай, там заправка такая большая справа, просто огромная, очень много колонок там. Сколько нам остается ехать? А чуть-чуть остается, в принципе, 85 миль, даже меньше уже, 80 миль, короче, ехать. Интересно, вот и куда я яхту везу, это что будет за город? Портовый какой-то должен, да, по идее-то?
наверное, либо озеро какое-нибудь огромное, либо, ну, залив какой-нибудь, море, может. Чуть за растения тут справа были. Вон. Дерево, желтые цветы какие-то. Блин. Вон они. Что это за растение? Какое-то высокое прямо. И желтые цветы. А тут, кстати, дорога недоделанная. Вон они эти. Блин. Осторожней надо. А то в аварию попаду. Держитесь правее. Затем съезд справа. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Это с двойным идет тандем. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Дождик, что ли, намечается? Приготовьтесь к повороту налево. Что-то как-то стемнело. Поверните налево, затем поверните направо. Да, что-то все затянуло. Сейчас ливанет. Поверните Макс направо. Видите, грузовик Мак стоит впереди. Вот такой хочу себе.
Так, нет, я тут сейчас могу поворот какой-нибудь прозевать. Что-то реально стемнело. А все, приехал. Получается. Тут железнодорожная станция какая-то еще, да, получается. Два шлагбаума. Запустят, нет? Блин, я уж думал, они это не запустят меня, будут тут стоять. Блин, осторожней надо. Не, слушай, тут просто железнодорожная станция и все. Это не портовый, тут город какой-то. Вон тут контейнеровозы и прицепы стоят. Приехали на выкладку. Так, все. Ну еще немного и получу 19 уровень. 24 860, 182 тысячи на счету. Наши еще пока работнички не заработали, потому что, ну, если они подзаработают, будет около 200. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо, всем удачи, всем пока.